Так, первая комната. И здесь должны быть легкие головоломки. Давайте попробуем. Так, перед нами что-то непонятное. Так, давайте попробуем открыть вот эту штуку. Здесь какая-то ядерная батарейка и пароль. Пароль надо запомнить. 01011. Так, ядерную батарейку надо куда-то вставить. Да, ага, отодвинули вот эту штуку. Сюда вставляем ядерную батарейку. Ага, вставила, закрыла. Кнопочки. Ага, я понял. Тут надо набрать вот этот код, походу. Да, 01011. Закрываем. Появился ключик у нас. Давайте откроем теперь ключиком вот эту штуку. Опачки, и мы первую комнату с вами прошли. Переходим в комнату 2. Ага, тут какой-то скелет. Никого не напоминает, не? За свою жизнь вы повидали многое, в том числе и смерть в разных ее проявлениях, но от вида этого скелета внутри нарастает мучительное щемящее чувство, как когда забываешь что-то крайне важное, но не можешь вспомнить, что именно. И хотя перед вами только голые кости, вы не можете отделаться от парадоксальной мысли, что человек этот вам очень хорошо знаком. Так, мы нашли один предмет из 15. Но здесь головоломки должны быть чуть посложнее, я думаю. Терпим удачу за неудачей, но правда на нашей стороне. Так, я вроде понял ход событий. Надо синее к синим, красное к красным. Так, давайте попробуем вот сюда. Так, потом дальше сюда. Ага. А вот здесь мы сделаем обманчивый маневр. Мы сейчас вернемся на первое поле. Да, все правильно. Мы сейчас через верх пройдем. И будем так вот к финишу медленно продвигаться. Ну, не такая уж и сложная головоломка, в принципе. Ну, нормально. Помучиться можно. Так, и открылись нам две комнаты. Да, друг, подпишись, пожалуйста, на канал, поставь жирный синий лайк и оставь комментарий внизу под видео. Всем спасибо за просмотр, удачи и успехов!